Успей поставить лайк за 2 секунды, если ты любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два. Привет, ребята, меня зовут Алексис. У нас сегодня 8 крутых игр. Первая игра — Skibidi War. Это у нас камера головой. Так много здесь Skibidi Toilet'ов. Перезагрузка. А, это была первая волна, ничего себе. Так все трясется в игре, это просто капец какой-то. Вы не думайте, это не глюки, это просто, это такая игра. Шкибери. Насколько я знаю, в конце мы будем сражаться с боссом, да. Вау! Это было эффектно, я вам хочу сказать. Так, мы можем прокачать нашего паренька немножко. То есть он стал еще сильнее. Шкибери. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня окружили и уничтожили. Окей. Slicing Hero. Поехали. Воу. Все? Да, довольно-таки простая миссия. Так. Бум. Классно играть, друзья, очень классно, мне прям безумно нравится. Ребятушки, пожалуйста, если вы еще не поставили лайк, обязательно ставьте и подписывайтесь на мой канал. У меня каждый день выходят, ребята, новые ролики. Так. Опа. Бум. Прям супер ниндзя какая-то, да? Отлично. А, этого нужно со спины только бить. Headshot. Headshot. Одни хедшоты, да? Так, 6 штук здесь у нас. Бум. А, электричество нужно выключить. Прикольно, прикольно. Так, хорошо. Давай сыграем еще парочку миссий. О, босс файт. Хорошо. Раз. Отлично. Ага, ничего себе. Хорошо. Получи второй раз. Смотрите, что он делает. Да я сейчас его просто вырублю за секунду. Все, готов. Был босс и не стало босса. На, еще раз. Еще раз. Рубим его, ребята, на кусочки. Все, готово. Чем больше кусочков, тем больше денежек мы заработали. Skibidi Io. Drag to move. Вау. Нам нужно, наверное, есть вот этих пареньков. Да. Ставь лайк, если тебе нравится эта песня. Skibidi Leap. О, как много их. Сейчас мы их поймаем. Так, о, есть. Вот это куш.
Ничего себе. Интересно, какая здесь максимальная эволюция? О, я вижу тут какие-то друзья. Есть пареньки посильнее нас. Убегаем. А, он меня хавает. Он меня хавает. Есть! Evolution completed. Нам нужно было эволюционировать до такого вот прикольного туалета. Хорошо, Dino Evolution. Поехали, это у нас 8 уровень, где нам нужно собирать огонь и череп. Огонь и череп, да. И в конечном итоге нам нужно сразиться... Уоу, в сторону! Ой. Нас уничтожила ракета. Это капец. Хорошо, меняем динозавра, прокачиваем силу и поехали. То есть, та ракета может уничтожить, в принципе, с первого раза. Ну, я, в принципе, не знал об этом. Будем знать. Вот она летит. В сторону. Пускай лучше у нас будет не максимальная эволюция. Так, мочим. Готово. И нам доступен новый динозавр, которого мы можем открыть. Ну, я... Ой-ой-ой, я не успел его открыть, друзья. Я не успел. Можно было посмотреть рекламу и открыть того динозаврика, но уже в другой раз, наверное, мы его откроем с вами. Я помню, когда-то эта игра до обновления, здесь был всего-навсего один динозавр. И все. А сейчас вот именно добавили очень много динозавров. Там очень много. Так, тапаем. Все, мы выиграли. Скоро будет открыт еще новый элемент. Так. Раз, два, три. Мы заработали только деньги. Хорошо, давай прям тебя. Можно оружие, кстати, другое поменять. Вот такое вот. Прокачаем силу, 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 силу. И немножечко здоровья. Так, сейчас мы будем с вами играть за огненно ледяного динозавра. И, кстати, вот эти вот всякие метеоритные дожди, до обновления такого не было. Угу. Так, мочим, 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 мочим. И... Та-дам! Мы выиграли. Хорошо. Доп бан бан. Давай сыграем парочку уровней. Очень громко. Так, он сейчас скормит яйца этой курицы, и она даст ему ключ. Чучу Чарльз. Как вы думаете, кто сильнее, Чучу Чарльз или же зеленый Бан-бан. Так. О, мороженое. Ставь лайк, если ты любишь мороженое. Воу. Лазерный меч. Ага. Палка его бьет. О. Он его схавал, да? Хорошо, друзья. Toilet Wars KBD. Уровень 4. Окей.
Есть. Снова скидайр. Какой-то скидайр. Так, мочим. Мочим. Давайте считать. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11. У этого оружия, да? 12, нет. Есть. Мы замочили 12 чувачков. О, камерамен. Отлично. Отлично. Так. Так, ждем оружку. Пока оружка загрузится. Ой-ой-ой-ой-ой. А почему? Я же далеко от него был. Он все равно меня зацепил. То есть... Короче, нужно далеко держаться от них. Мы с вами в центре. Тут, кстати, большая вероятность того, что выпадет какая-то оружка. Так, пока что только ключ. Вот уже кто-то с оружием бегает. Может быть, мы возле него побегаем? О, щищ, как здесь много. Привет. Давай, автик возьмем. Готов. Привет. Привет, Скибиди! Бэм! Замочили его! Растение против зомби, миссия 13. Ой, а что это такое? Я не могу здесь строить. Угу. Я понял. Так, ну давайте, наверное, это уберем. Вот так сделаем. Скорее всего, что я не могу просто здесь строить. Да, видите? Ну, хорошо. Ускоряем. Zombies are coming. Так, ты остановись пока что здесь. Так, вот здесь у нас пробивается парниша. Да все, ему крышка, этому чуваку, походу. Так, стоп. Замри. Хорошо. Ешь пока цветок. Остановись. Он пробивает. Друзья, смотрите, как он пробивает жестко. Все, этому крышка, короче. Один ряд мы не удержали, ребят, с вами. А может быть, и удержали. Да. Удержали все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, пробивают, пробивают. Бум. Хорошо. Жестко, жестко, друзья. Жесткая катка.
Так, пробили. Если честно, я думал, что они пробьют нам одну броню, ну, одну полосу, но не получилось. Зато мы с вами открыли новое растение. Вот такое вот, кстати, очень прикольное растение, оно мне очень нравится. Но мы уже сыграем за него в следующий раз. Stickman Hero, level 4. Ready, fight. Fight. Это было легко. Мы его отдубасили. Он использует какую-то суперспособность против нас, да? Все. KO. Так, что сейчас? А, мы играем за другого парня. Ничего себе! Мочканул так мочканул. Можем поставить бронь. Смотрите, это наша бронь. KO. Друзья, напишите, что это за супергерой, если вы, конечно, знаете. Подсказка — это бог. Ready. Fight. Your death approaches. Ну что ж, ребята, на этом ролике буду заканчивать. Кому понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алекс, всем удачи и пока.